Доброе утро, ребята! Доброе утро, девочки! Как дела, девочки? Только что с детьми прыгали на батуте, я 5 минут прыгаю, у меня уже все тело болит. Ай, блядь! Сиди сейчас на жопе ровно, блядь, жрешь эти бутерброды свои ебучие. Покрасим это в белый. Теперь он белый. Выглядит как киевский пудель. Девчонки и ребята, мои родители, да, братья и сестры. Братья и сестры! Благословен будет! Очень важно. Очень важно. Я сейчас включила «Постучись в мою дверь». Следующий зимородок или замородок? Ух ты! На, одевай куртку. Началась наша перестройка, новый проект. Какая осень в лагерях! Кидает листья на запретку. Сегодня горох. Ребят, купили вот такие вот палки. Смочить слюной задний проход и вставить. Выглядит таким вот образом. Получилась хуйня. Две змеи здесь было. Все довольно быстро движется. Здорово. Замечательно. Поразительно. Это проект Кати Мова. Папы. Вот мы начали этот проект. Проект. Куча разной живности летает. Муравей. Как без нее мы живем довольно-таки практически в лесу. Катайся, я тебя заснимем. Почему я всегда вот натыкаюсь на те же грабли? Каждый раз. Катушки, я готовлю голубцы сегодня. Жаловаться. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Красота-то какая! Лепота. Так неожиданно и приятно. Как это называется, блоки? Не хуй знает. Сан Валентиновское свидание. По магазину. Шикарно? Чудесно. Чудесно. Привет, ребята, я съездила на Испанию в строительный магазин. Меня посетила на днях такая гениальная идея. Я хочу в ванной. Это очень близко, потому что я хочу только пониже в ванной с ванной. Я уже поговорила с Ваней, он говорит, что вообще без проблем можно сделать. Гениально, меня посетила идея. Мне кажется, будет. Будет еще один ряд или все? Еще два? Вы же не можете перестать позвонить с ними. Ну да, мы не можем. В жизни не слышал ничего более смешного. Поставить джакузи туда? Конечно. Горку из бассейна прям. Утром нужно в бассейн. Выходите по охуенно тонкому льду, друзья мои. Короче, как вы понимаете, семья у нас неординарная. Давно известно. Ребят, всем привет. Здорово, бандит. Все вокруг одно и то же. Одно и то же по кругу. Все одно и то же каждый год. Я уже неделю на работу хожу и ни разу еще туда не пришел. Для кого все это? Для вас? И, я не знаю, сколько там людей работает. А толку никакого. Дети уже залили площадку. Теперь это должно высохнуть. Как сказать-то? Мне пасмурно очень, и это повлияло на моё состояние. Я хочу сейчас побыть одна. Кола, королева танцпола, виски, кола,
Да, конечно, конечно. Я первую половину дня, у нас сейчас около 12. У меня была уборка. 4 дня назад в доме был конец света. В гостиной накопилась 2-летняя грязь. Комната стала мусорной свалкой. Я убиралась, убирала полностью весь 2-й этаж, пыль, полы, вещи. Спрей, чтобы у нас тут был приятный аромат. А давайте-ка бухать. Да. Да, все в сборе. Решили кушать на улице, потому что что-то слишком тепло сегодня. На шашлычки... Троечка. Родители привезли мяско. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Что за бесовщина? Пошлость. Звенящая пошлость. Ты лошара!